heaven on earth. Иисус присутствовал, поэтому там была надежда. В воскресенье жизнь находилась в самом присутствии смерти. Если у вас сегодня какая-то катастрофа, то Избавитель здесь. Если вы в огне, то Избавитель там. Если вы попали в шторм, то рядом тот, кто успокаивает штормы. Для него нет слишком высокой горы, слишком глубокой долины. Он все еще воскресение и жизнь. Вот почему я уверен, что в пасхальное утро Бог будет делать для вас великие чудеса. Мы не будем сидеть на месте, камень уже отвален. Камень ковида отвален, Бог триумфально выступает. Имя Иисуса будет превознесено. Народ Божий начинает победно выступать. Он идет победоносно. А я ощущаю здесь дух хвалы. Если вы сейчас не в церкви, то вскочите со своего места и воздайте хвалу Господу. Он Бог надежды. Аллилуйя! Слава Ему в этот день, когда Он воскрес из мертвых. Могила не смогла удержать Его, а смерть не смогла победить Его. Он живой вовеки. Скажите, мой Иисус живой. Аллилуйя. Добро пожаловать. Мы рады вам. Мы приветствуем ТБН, ТБН YouTube, One Gospel, YouTube Live, CRC Online, Facebook и исправительные учреждения, а также всех наших радиослушателей по всей Африке, в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Китае. Пусть Бог благословит вас. Раньше люди в церкви приветствовали друг друга фразой «Он воскрес», а другой человек отвечал «Воистину воскрес». Пусть Бог благословит всех, кто сегодня в этом зале. Вера, я вижу, здесь тысячи. Весь зал наполнен, и остались только стоячие места. Стоячие места только для хейтеров. Скоро, совсем скоро мы вернемся в нашу церковь и будем славить Бога. Мы не будем ничего бояться, и нам больше никто ничего не будет диктовать. Присаживайтесь и открывайте свои Библии. Евангелие от Луки, 24 глава. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба. Я не знаю, что происходит в вашей жизни, но Иисус по-прежнему отваливает камни. Аллилуйя, скажите аминь на это. Не знаю, в каком аду вы сегодня, но Он все еще воскресение и жизнь. Хочу услышать хвалу в этом месте во имя Иисуса. Но нашли камень отваленным от гроба. И войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Воздайте хвалу ему во имя Иисуса. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту и в третий день воскреснуть. В третий день воскреснуть. Мне хочется кричать, радоваться и танцевать. Я хочу праздновать воскресение Иисуса, моего Господа и Мессии. Я праздную воскресение. Если вы верующий, то сейчас самое время восклицать и славить Бога. В церкви можно кричать. Если вы можете кричать на стадионе или на концерте, то можете прославить и своего Господа громкими возгласами, потому что Иисус живой. Аллилуйя!
Евангелие от Матфея, 28 глава, 6 стих. «Его нет здесь, Он воскрес, Иисус живой». Я хочу поговорить с вами о плане сатаны. Я проведу параллель с современным миром. Локдаун не сработал. Что бы сатана ни замышлял, ни планировал против вас, это не сработает. Последнее слово будет за Богом. Иисус Христос по-прежнему воскресение. Он все еще Бог, который может вывести вас из невозможной ситуации. Он все еще может вывести вас из долины ковида. Финальный удар. Сатаны на кресте оказался Божьим замыслом и Божьим финальным ударом. Сатана-то думал, что он повесил Иисуса на крест, но на самом деле это был Бог. А локдаун, который сатана придумал для Иисуса, оказался Божьей мудростью и Божьим планом искупления, и он стал Божьим мастерским ходом, чтобы искупить нас с вами, а также чтобы принести поражение греху, сатане и смерти. Крест был мастерским ходом Бога. У Бога не было плана «Б» для нас с вами. В Откровении сказано: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца». Если вы знаете, что ваше имя записано в книге жизни Агнца, то у вас есть повод, чтобы славить Бога, радостно кричать Ему. Кажется, некоторые из вас оставили свои ноги дома. Ну да ладно. Возможно, к концу собрания вы их обнаружите. А далее сказано в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Как видите, Иисус был нашей с вами подстраховкой, потому что Бог любит нас. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Получается, что ваш дедушка не может вас спасти, и ваша культура не может вас спасти. Ваши праведные дела не могут спасти вас, и все ваши святые не могут вас спасти. Есть только один посредник между Богом и человеком, и его имя Иисус. А далее сказано: «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть Бога не застали врасплох. Это не стало для него сюрпризом. Хотя Бог создал Адама безгрешным, Он заранее подготовил план спасения и искупления. А вы только подумайте, насколько безгранична Божья мудрость еще до того, как заложить основание Земли, еще до создания Вселенной. Вот насколько вы важны для Него, мы с вами, величайшие из Божьих творений. Главная причина создания этого мира — чтобы Бог мог общаться с нами. Еще до основания этого мира, еще до создания Адама и Евы, у Бога уже была подстраховка. Это как акробаты на трапеции. У нас перехватывает дух, когда мы видим, как один летит, а второй ловит его, но мы не видим страховочные сетки внизу, потому что камера этого не показывает. Адам и Ева не подозревали, что у них тоже есть такая вот страховочная сетка. И это кровь Иисуса, Агнца Божьего, который был заклан до основания мира. Он — страховочная сетка, которую Бог подготовил для нас с вами, чтобы мы имели доступ к Богу прямо в Его тронный зал благодати. А крест стал финальным поражением сатаны. В первом послании к Коринфянам, 2 главе, 8 стихе сказано: «Никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». То есть Бог подловил сатану на его собственной хитрости. Демоны из ада подговорили толпу, которая потребовала распятия Иисуса, но у Бога все было под контролем. И чтобы не происходило сегодня,
Лично в вашей жизни у Бога все под контролем. Все содействует во благо для тех, кто любит Бога. Бог может обратить вашу смерть в жизнь. Бог может обратить вашу печаль в танцы. Потому что мой Иисус по-прежнему — воскресение и жизнь. Неважно, как долго ваш Лазарь пролежал в гробу, как сильно он уже воняет. Когда Иисус берется за какую-то ситуацию, камень будет отвален. А ваш Лазарь воскреснет, вы будете жить и дышать. У вас будет будущее, потому что Иисус живой. Давайте, вы можете вскочить на ноги и прославить Его. На кресте Бог раздавил голову сатане. Это было предсказано Богом еще в Бытии 3 главе 15 стихе. Прославляйте Его, аллилуйя! «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это означает, что сатана будет ранить Иисуса, и это был Божий план. Но тут также сказано «поражать», что означает «раздавить» или «уничтожить силу дьявола». Дьявол не такой уж сильный и властный, как думают многие люди. Когда люди говорят о дьяволе, особенно в тех церквях, которые занимаются освобождением, то это похоже на цирк. Дьявол тут и дьявол там. Не нужно постоянно думать о дьяволе. Мы должны думать об Иисусе. Мы должны помнить о том, что Иисус сделал на кресте 2000 лет назад. Там Он победил сатану и искупил вас от проклятия закона. Там Он объявил, что вы благословлены и не можете быть прокляты. Неважно, что сделал ваш дедушка, бабушка, мама или папа. Неважно, была ли ваша мама колдуньей или ваша бабушка шаманом, когда вы принимаете Иисуса Христа своим Господом, все это не имеет значения. Проклятие разрушено, и вы получили благословение Христа. Теперь тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, поэтому вы не можете жить в поражении. Какой бы темной ни была ваша долина, каким бы горячим ни был ваш огонь, не бойтесь, именно в это время появится Иисус. Сколько львов окружили вас? Запомните, вы не одиноки. И последнее слово будет не за сатаной. План сатаны против вас не сработает, как он не сработал и в жизни Иисуса. Вот так. Так же будет и с этим локдауном. То, что сатана запланировал для нашего мира, не сработает. Это скажется на нем самом. А нас ждет пробуждение. Мы увидим полные церкви, мы увидим, что такие здания слишком малы, и по воскресеньям люди будут выстраиваться в очереди, чтобы прийти и поклониться Господу. Скажите «Аминь», если верите в это. Я понимаю, что вы давно не были в церкви, но давайте будем поживее. Воздайте Богу хвалу, сегодня же Пасха. Больше жизни. Давайте праздновать жизнь и воскресение нашего Господа Спасителя. Локдаун времен Иисуса обернулся против дьявола. Аллилуйя! Когда Иисус спустился в ад, или, как говорит Библия, в недра земли, некоторые люди говорят: «Пастор, туда лучше не соваться, потому что это территория дьявола». Нет, когда я прихожу туда, все меняется, потому что я приношу с собой Бога. Когда вы идете в пивную, Бог идет вместе с вами. Когда вы идете в долину тени смертной, Бог идет с вами. Люди говорят: «Дьявол достает меня». Я отвечаю: «Разожгите в себе огонь, потому что мухи не садятся на горячую сковородку.
Вам нужен огонь Духа Святого и помазание Иисуса. Только так вы сможете пройти свою долину. Иисус живой. Это не какой-то исторический Бог. Церковь — это не музей. Мы не храним то, что произошло 2000 лет назад, а празднуем смерть, погребение и воскресение нашего Господа и Спасителя. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может спасать и освобождать, потому что Он воскрес из мертвых. В послании к Колоссянам 2 главе 15 стихе сказано, отняв силы у начальств и властей. Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Можете сказать «Аллилуйя». Думаю, однажды Бог покажет нам, как Иисус висел на кресте. Библия говорит, что Он был так избит и изранен. Ему не просто вырывали бороду, Его не просто били кулаками и плевали. Он получил 39 ударов плетью с 9 хвостами. Представьте себе эту плеть с 9 хвостами, а на каждом из них осколки костей и металлические вставки. Получается, что Иисус получил 539 ударов. Думаю, вы уже и сами подсчитали, если вы достаточно умны, 39 умножить на 9. Надеюсь, я назвал правильный ответ. О, вы уже полезли в свои телефоны. Пользуйтесь мозгами, данными вам Богом. Скажите «Аминь». Библия говорит, что он был обезображен до неузнаваемости. В нем нельзя было узнать Иисуса. Обычно мы видим изображение Иисуса на кресте со слезами на глазах и с капелькой крови на лице. Но он выглядел совсем не так. Его плоть была разодрана. Все части его тела были разодраны. А вот что он перенес на кресте. И вот почему в Библии сказано «его ранами». В оригинале сказано «синяками и порезами». Речь о всех тех ударах плетью, которые он получил. Он перенес все это в первую очередь ради вашего исцеления. Терновый венок, который одели ему на голову, это не была миленькая коронка, а венок с шипами, которые вонзились ему в голову. Это было сделано ради вашего мира. Его сердце разбито. Некоторые специалисты считают, что предсмертная агония Иисуса, не считая Божьего осуждения, не отделение, а именно осуждение. Это большая разница. Отцу нужно было посмотреть на сына. Отец не отворачивался от него, потому что ему нужно было принять жертву за грех. Как бы ни было больно отцу смотреть на своего сына, на то, как он висит на кресте, но его сердце переполняло любовь к человеческому роду. Вот почему он способен исцелить ваши душевные раны. Вот почему он понимает, что вы проходите. Вот почему Он — наш первосвященник, не какой-то далекий Бог там, во Вселенной, а первосвященник, который сочувствует нам в наших слабостях. Он понимает нас, потому что Он был искушаем во всем, как и мы с вами. Он пострадал, особенно на кресте. Библия говорит, что Отец был удовлетворен, видя Его ран. Он был изранен телесно, эмоционально и интеллектуально. Но самое главное, он стал грехом. Это невозможно постигнуть. Вот почему никакое правительство не может лишить нас повода для хвалы и поклонения. Мы всегда будем любить нашего Господа и славить Его, потому что мы понимаем, какую цену Он заплатил за нас лично, и это не сказка, а проявление любви, на которое не был способен ни один другой Бог, Мессия или лидер. Есть только один посредник между Богом и людьми. Он один пострадал. Он пострадал от рук своего Отца. Вы только подумайте. Он пострадал не от рук сатаны, хотя сатана думал, что это он распял Иисуса. Бог подловил сатану на его коварстве. Это была Божья рука. Сам Бог убил своего сына на Голгофе. А еще Богу пришлось смотреть на него. Богу, который есть любовь, пришлось осудить своего сына, потому что его праведный сын
рожденная девственницей и безгрешной, стал грехом, ведь он не имел греха, а стал этим грехом. Именно тогда он воскликнул: «Илли, Илли, лама савахвани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А Бог не оставил его. Бог был там, Бог смотрел на все это, но не избавил своего сына, а все для того, чтобы потом избавить вас от гнева Божьего. Бог не снял своего сына с креста, чтобы вам не пришлось идти туда и испытывать на себя суд Божий, и чтобы началась снова новая эпоха в истории, эпоха благодати. И так Бог Отец смотрит на своего сына и принимает его жертву, а затем он позволяет своему сыну спуститься в ад. И сатана думал, что это его заслуга. Все мои знакомые знают, что я все пишу большими буквами. Единственное, что я пишу маленьким шрифтом, это слово «дьявол». Когда мою проповедь распечатывают и пишут «дьявол» с большой буквы, я отправляю ее обратно и говорю: «Нет, он поражен». Поэтому дьяволу больше никаких заглавных букв. Я его не признаю. Библия говорит, что когда мы будем с Богом и увидим дьявола, то скажем: «Вот это он? Вот это что, он обманывал нас? А он не такой уж и сильный». Послушайте, 2000 лет назад Иисус победил его. Библия говорит, что Иисус спустился в ад, и на третий день Иисусу не нужно было 72 часа, чтобы победить дьявола. Иисусу понадобилось всего 1.5 дня. Он был распят вечером в пятницу, а около 18:00 испустил дух. А рано утром в воскресенье, всего за один с лишним день, Иисус справился с заданием. Он был в аду, демоны насмехались над ним. А потом Иисус подошел к дьяволу, и вдруг в недрах ада появился Дух Святой. Появилась сила воскресения и Божья мудрость. Иисус подошел к маленькому дьяволу и забрал у него ключи от смерти и ада. А затем он с триумфом воскрес из мертвых, и он вышел из могилы. Ему не нужно было, чтобы кто-то отвалил камень. Когда он воскрес, камень сам повиновался ему. Камень сам откатился в сторону. Вот почему Иисус говорит: «Если вы не будете славить меня, то это будут делать камни». Камни понимают, что он живой. Все творение осознает, что он живой. Птицы небесные каждое утро признают, что он живой. Я чувствую здесь Господа. А ну-ка, давайте воздадим ему хвалу во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Я говорю «Аллилуйя». О, аллилуйя! 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 Этот локдаун не украдет нашу хвалу. Ковид не украдет у нас нашу хвалу. То, что сатана запланировал против нас, не победит нас, потому что Иисус живой. Скажите: «Он живой!» Ну давайте! Вам тоже нужно выйти из могилы. Бог сегодня же сорвет оковы с вашей жизни. Бог сегодня же изменит что-то в вашей жизни, пока вы будете праздновать воскресение Христа. У вас есть будущее и надежда во имя Иисуса. Итак, именно в коридорах ада Иисус победил сатану. Вы только подумайте. Мы пытаемся убежать, когда приходит дьявол, а Иисус пошел на территорию дьявола. Вот почему сказано, что если бы власти знали все это, то не распяли бы его. Они думали, что у них все под контролем. Также и сегодня власти и силы тьмы думают, что контролируют землю. Но вскоре Бог выступит, и это будет большое потрясение. Не для христиан, а для демонов. Они задрожат вместе со всем адом. Задрожат основания. А Дух Святой сойдет на церкви, как это было в день Пятидесятницы. Я уверен, что будет пробуждение. Наслаждайтесь пространством вокруг, пока можете, потому что скоро вам придется приходить заранее, чтобы никто не занял ваше место. Радуйтесь тому, что сейчас вам так свободно, потому что вскоре начнется духовный голод, и сюда сбегутся блудные дети, бывшие отступники, потерянные и уставшие.
мертвые. Эти люди взывают к Богу, пока церковь спит. Пора проснуться и праздновать воскресение нашего Спасителя. Скажите «Аминь» на это. Слово говорит, что Иисус лишил их всякой власти. Он победил главного врага — смерть. Он забрал у сатаны ключи от ада и смерти, которые тот законно получил, когда Адам согрешил. Поэтому ветхозаветные святые после смерти шли не на небо, а шли в место под названием Лона Авраамова. В аду было четыре отделения, но сейчас не об этом. В одном обитают ангелы, которые спали с женщинами, и так родились великаны. Об этом написано в Библии. Так вот, они уже в аду. А еще там ее гиены или озеро огненное, подготовленное для дьявола и его ангелов. А еще там было лоно Авраама или рай. Там в ожидании проводили время ветхозаветные святые. Никто не мог подняться к Отцу Небесному, пока не умер Иисус и не окропил своей кровью крышку ковчега завета. Многие люди не знают этого, но Он вознесся на небо дважды. Когда Он воскрес, то поднялся на небо очень быстро, и там Он окропил своей кровью, напоминая, что святое святых с ковчегом завета было прообразом того, что есть на небе. Итак, после воскресения Он поднялся на небо, ученики хотели прикоснуться к Нему, а Он сказал, «Нет, не трогайте Меня, сперва Мне нужно подняться к Отцу». А позже люди прикасались к Нему. Это было перед Его последним вознесением через 40 дней. Он являлся людям в разных местах, они видели Его, прикасались к Нему, но до этого... На третий день Он должен был вознестись и принести искупление за нас с вами. Это очень важно. И вот почему мы не можем праздновать Пасху, будто бы, между прочим, будто бы Он просто поднялся на второй этаж. Нам нужно откровение и понимание того, где бы мы были без Его жертвы. И в Откровении, первой главе, Иоанн видит Его. Но он видит не младенца в яслях, как его изображает религия. Он видит Его не как маленького Иисуса в белом одеянии, с овечкой в руках, который умоляет людей последовать за Ним. Нигде в Библии я не видел, чтобы Иисус кого-то умолял о чем-то. Но почему-то религия показывает Иисуса как слабака, вялого и белого. Он не мог быть белым. Он родился на Ближнем Востоке. Его изображают бледным и недокормленным. И вот почему его не уважают, и сильным людям сложно принять его. Они думают так, ну, Иисус слабый, а я сильный. Но это очень далеко от истины. С Иисусом никто не сравнится. За 3,5 года его пытались убить 11 раз, но при этом он оставался неприкосновенным. Никто не мог прикоснуться к нему. Никто не убивал его, он отдал свою жизнь, никто не забирал его дух, он испустил или отдал свой дух как жертву, он принес свою жизнь в жертву. Люди думали, что убили его, но он сам это допустил. Все потому, что закон гласил, что для оправдания или искупления нужно принести жизнь за жизнь. Единственное, что может быть искуплением за грех, это кровь. Кровь козлов и быков не удаляла грех, и это нужно было делать снова и снова. Но в этот раз Иисус одним приношением навсегда усовершенствовал освящаемых. Аллилуйя! Одной своей жертвой Иисус Христос не просто покрыл наши грехи, как это делала кровь животных. Он отпустил наши грехи навсегда. Это означает, что Он удалил грехи, удалил силу греха, а также удалил память о грехе, стыд и позор от греха, чтобы вы, дети Божьи, могли жить в победе, не как грешники. Аллилуйя! Прекратите это лжесмирение. Имейте смелость прийти к престолу благодати путем новым и живым через кровь Иисуса Христа. Войдите в Божие присутствие и скажите «Отец», а Он ответит «Да, сын мой», или «Да, дочь моя». «Отец, да, я могу приходить к Богу благодаря жертве Иисуса Христа. Грех больше не отделяет меня». Но нужно заканчивать. В Откровении сказано, когда Иоанн увидел его,
И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний. Он – начало и конец, альфа и омега, и все, что между ними. Я – воскресение и жизнь, я – путь, истина и жизнь. Мое имя превыше всех других имен. Перед упоминанием моего имени склонится всякое колено. Склонится любой демон, любая болезнь, любая проблема, все на небе, все на земле и все под землей. Я живой и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. Неважно, что говорит правительство, мы служим не правительству и не парламенту. Я уже говорил нашим политикам, христианам, которые стали политиками: будьте осторожны, чтобы партия не стала вашим богом. Служите Богу, будучи в партии, а не служите партии. Господин президент, как мы пришли к решению, что можно открыть церкви на 50%, если будут соблюдаться нормы безопасности? Как мы пришли к этому? Кто принимает вообще такие решения? Если ничего не изменится, то христиане начнут воспринимать это правительство как врага. Всем остальным уже давно разрешили открыться. Неужели христиане такие слабые, что готовы отказаться от своих прав? Что с вами не так? Чего вы боитесь? Вы же не боитесь пойти всей семьей в торговый центр или отправить ребенка в школу, или пойти в пивную, или в ресторан? Недавно мы с семьей были в ресторане, и там было много людей. И никакой социальной дистанции. Там даже нигде не было дезинфекторов. Никто не носил маски, но посмотрите сюда. Все чинно и благопристойно сидят на местах. Я скажу это по телевизору: с нас хватит. Мы открываем наши церкви и будем поклоняться Господу. Не только в это воскресенье, а каждое воскресенье мы будем чествовать нашего Господа и Спасителя, и мы не собираемся извиняться за это. Если вы согласны, то скажите «Аминь» во имя Иисуса, и имею ключи ада и смерти. Последним побежденным врагом Иисуса была смерть. Смерть больше не является врагом детей Божьих. Поэтому мы ее не боимся. И в первом послании к Коринфянам сказано: «Поглощена смерть победою». Это 15 глава. Какой победой? Победой Христа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Библия говорит, что он облегся в плоть, чтобы своей смертью уничтожить того, кто имеет власть над смертью. Это Евреям 2 глава. Павел пишет: «Выйти из тела и водвориться у Господа». Поэтому страх не работает. Почему вы не боитесь садиться в автобус? Почему вы не боитесь водить машину? Я слышал об одной девочке, которая занималась спортом. Кажется, она была одной из лучших бегуней страны в категории от 10 до 12 лет. И прямо во время забега она умерла. Ей было всего 10 или 12 лет. Вы все еще боитесь смерти? Спросите себя, почему. Я не призываю вас быть глупым. Носите маску, дезинфицируйте. Но вы думаете, что именно это вас защитит? Со всем уважением к науке хочу сказать, что у нас есть лучшая защита. Ее имя — Иисус Христос. Аминь. И Он держит долготу нашей жизни и число наших дней в Своей руке. Когда я покину эту землю, я хочу уйти в лучах славы. Я не хочу идти, сидя в углу. Я хочу идти, проповедуя где-то, рассказывая кому-то об Иисусе. Наше собрание приближается к концу, так что принесите Иисусу жертву хвалы. Славьте Его, потому что у вас еще остались причины для хвалы. У вас внутри еще есть любовь к Нему. Не думайте ни о чем. Дайте вашему сердцу прославить Его. Пусть ваша душа радуется в Нем. Для детей Божьих их смерть — это больше не враг, это больше не наш враг. Сегодня вечером у нас будет прекрасное представление, и многие люди примут спасение, и сегодня мы отмечаем Пасху.
Но это послание мы должны провозглашать каждый день, а не только один раз в год. Это величайшая история любви. Святой Бог примирился с нами, с грешниками, не заслуживающими Божьей любви, благодати и милости. Но Библия говорит, что Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Люди говорят, но если Бог такой любящий, то почему Он отправляет людей в ад? Он никого не посылает в ад. Он послал Своего Сына в мир, чтобы спасти нас от ада. Его Сын — это Его план спасения. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало нам спастись. Нет другого имени. Неважно, что говорят политики, есть только один Спаситель, и не говорите мне, что я узколобый. Нет, я проповедую истину. Я хочу, чтобы вы опустили головы и закрыли глаза. Посидите тихо и послушайте меня. Вы слушаете меня и понимаете, что ваша жизнь не в порядке. Вы не знаете, где вы проведете вечность после своей смерти. А может, когда-то вы служили Богу, а потом охладели. Может, вы отошли от Него, как Петр? Может, вы, как блудный сын, покинули дом отца? Возможно, вас достал ковид. Я читал, как люди пишут, «Сегодня я впервые за долгое время был в церкви. Это было круто! За пределами Иисуса нет ни жизни, ни света, ни будущего. Пастор, ну что же мне делать? Вернитесь к Нему, сделайте один шаг в правильном направлении, и Он побежит вам навстречу. Если вы понимаете, что вам нужно новое начало с Богом, то прямо там, где вы сейчас, тихонько поднимите руку, чтобы я мог помолиться за вас. Поднимите руку. Так, я буду знать, что вам нужна молитва. Поднимайте. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Благословляю вас. Аминь. И вас благословляю. Если вы приняли это решение, то повторяйте за мной. Скажите, положа руку на сердце, «Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Я открываю Тебе мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я принимаю Тебя моим Господом и Спасителем. Спасибо за новое начало жизни. Во имя Господа Иисуса. Аминь. А теперь вы рождены свыше. Я благословляю вас. Давайте поздравим их громкими аплодисментами. Аллилуйя!»